Написано Бостон. Бывший город Чкаловск, но был переименован в начале 90-х годов и сегодня называется Бостон. Пойдем посмотрим, что представляет собой центр города. Ну, пока что все, кстати, очень цивильно, такая вот дорожка. Ну, в Таджикистане очень любят такие дорожки, тропинки делать, чтобы ну, было приятно гулять по этим тротуарам, все выкладывать такой плиточкой. Вот. И здесь вот такой вот сквер. Вот. Сквер, по которому я сейчас иду. Очень выглядит уютно. Вот. Идем в сторону центра. Ну, Чкаловск это уже такой поздний социалистический город, а, судя по вот этим вот панельным домам, строился где-то он в 80-е уже годы в основном, так, конец 70-х, 80-х, и поэтому здесь, ну, он такой урбанизированный, то есть, как в отличие от остальных вот небольших таких не индустриальных городов, а больше сельскохозяйственных в Таджикистане, здесь такая вот ярко выраженная многоквартирная застройка, вот. Туда тоже пошла улица, видите, вот с этой стороны тоже дома социалистические, да, советские. Ну и, в общем-то, это радует, что здесь это сохранилось и поддерживается в таком нормальном, хорошем состоянии. Не видно никакой разрухи, не видно большого количества самостроя, все цивильно, все как бы тротуары убраны. Вот, смотрите, вот еще один интересный дом за моей спиной, целый квартал. Так, ну и что интересно, что я сейчас иду по Бостону, по улице, которая носит название Московская.
То есть не была переименована, так и осталась Московской, в отличие от того же бывшего Ленинабада, нынешнего Худжанда, где большинство улиц переименованы, и названия их сейчас сложно произнести, сложно понять, что они означают, вот сложно назвать тех деятелей, в честь которых они названы. Ну, местные-то, конечно, может быть, и больше знают, чем мы, вот. Но здесь до сих пор есть улица Московская, и чуть дальше есть еще улица Ленина. Это я по карте увидел, что все-таки город хранит это еще постсоветское наследие и не поддается топонимической революции. Слушайте, ну, конечно, бросается в глаза здесь, в Таджикистане, обилие мерседесов. Кстати, вот белье сушится у кого-то. Вот такие здесь пятиэтажки, чисто советские. Балконы у большинства застеклены. Вот. А здесь такая вот как бы между вот этими домами, такая вот интересная аллея под соснами. Вот. Еще дома напротив. То есть они подъездами своими выходят как бы на вот эту улицу, а она здесь сплошь и рядом засажена соснами и выходит на главную площадь города. Ну, наверняка бывшую площадь Ленина, а сегодня площадь, ну, не знаю. Вот, кстати, еще один Мерседес. Сколько мы уже их с вами насчитали? Наверное, 5. И, кстати, вот эта маленькая машинка, в Узбекистане их полно, такой вот маленький микроавтобус, минивэн. Так. Ага, впереди что-то площадью не пахнет. Наверное, вот это как раз она и была. Так, впереди вот у нас такие дома, улица. Ну, сегодня целый день лил дождь, вот, как из ведра. Первый дождь в этом сезоне осеннем. То есть с лета не было ни одного дождя. А сейчас смотрите, какой потрясающий закат. То есть все-таки, может, не зря мы терпели этот дождь, чтобы увидеть такое яркое красочное небо этим вечером. Друзья, такой вот дворец культуры в центре Чкаловска. Классический образец сталинского ампира здесь, в Таджикистане. Смотрите, какие великолепные колонны, какие полукруглые арочные входные порталы, какие два симметричных крыла у этого здания. Великолепно. Рад, что это обнаружил здесь. Ну, судя по тому, что окна в здании практически не горят, вот одно только окошко, и там видно, что где-то вдалеке горит свет. Вряд ли здание часто используют. Двери закрыты наглухо, вот, как-то так. Поэтому, скорее всего, не для развлечений, не для посещений. Ну ладно, обойдем стороной. Да, здесь, кстати, центральная библиотека находится. Попробуем зайти туда, если там, конечно, открыто. Увы, библиотека закрыта, но зато здесь позади вот еще дома, тоже построенные в 1950-е годы. Вот такой вот красивый, великолепный задний фасад у вот этого Дворца культуры. И вот такая вот красивая площадь, тоже сталинской застройки. Вообще, я думал, конечно, что Чкаловск — это... Ну, целиком, конечно, город, рожденный в СССР, но что большей частью он архитектуры именно 70-х годов. Но, как оказалось, нет. Смотрите, какой великолепный фасад здания. Все-таки в Таджикистане очень много объектов историко-культурного наследия именно советского периода. И я считаю, что это здорово, это классно, что их не перестроили, не перекрасили, не разрушили, а оставили вот как есть. Кстати, вот герб Таджикистана на такой...
стелли, вот, и позади еще какое-то здание администрации. Так, ну вот уже вечереет, и, насколько я знаю, транспорт здесь вечером ходит уже нерегулярно, поэтому нужно ловить какую-нибудь маршрутку, выбираться в Худжан, чтобы не застрять здесь на ночь, чем мы сейчас и займемся.